пожалуй, нет сейчас ни одного равнодушного человека, пожалуй, ни одного, кто бы не следил за тем, что происходит на этом историческом, важном футбольном доме «Факела», который, вполне возможно, принимает сегодня последний домашний матч «Факела», потому что уже не за горами открытие нового стадиона. Этот матч – это очень важная игра для этого сезона. Победа – только победа. Другого варианта вообще нет. Чтобы это была последняя игра на ЦСП. Факел вперед! Факел выиграет. С каким счетом? 1-0 или 2-0. 2-0 минимум. Мужики, биться надо до конца. Всегда кричим, несмотря на то, что ходим мы на матч, на стадион или нет, только факел, только победа. Вот этой энергии и мощи, чтобы соперники это очень сильно ощущали. У меня сын будущий футболист, он очень серьезно сейчас футболом занимается, кстати, хочет переходить в факел, у него такое желание. В прошлый раз он давал первый пас, мы уже были на поле, в этот раз я говорю: Матвей, мне тоже очень хочется попробовать, поэтому мы вчера с ним готовились. Он меня подготавливал, говорит: мама, ничего такого сложного не делай, просто подойди и дай пас. Набрасывает на Божина!
считаю, что достойно сражались в течение всего сезона. Хочется больше всего пойти домой, к жене, к ребенку, обнять их, поцеловать. Ну, это самое главное желание сейчас. Сергей! Боже! Воронежский болельщик. Спасибо. Саша, пожалуйста. Спасибо. Берегом!